расследовать скандальное банкротство Прилуцкого завода «Пожмашина», требует народный депутат Сергей Каплин. Он утверждает, что пока глава МВД тормозит следствие, главный радикал Олег Ляшко уже вывел миллиарды в кипрские офшоры. По словам лидера социал-демократов, понедельник Олег Ляшко Аверьянов сначала был замом главы ГСЧС, после чего стал директором «Пожмашины» и за полгода полностью обанкротил завод. Затем все имущество отошло фирме Industrial Group, владельцем которой является тот же Аверьянов. Все факты Сергей Каплин сообщил в НАБУ и ГПУ.